15 октября в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева состоялся масштабный чемпионат России по пара-тэквондо. Участие в нем приняли около 100 спортсменов из 25 субъектов страны. Мужчины и женщины соревновались в 15 весовых категориях. Почетными гостями спортивного мероприятия были председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, президент Общероссийской общественной организации «Союз тэквондо России», вице-президент Европейского союза и Всемирной федерации тэквондо Анатолий Терехов, представитель президента ВСКФО, член исполкома Азритали Шокаров, президент Федерации пара-тэквондо КЧР Беслан Махов и многие другие. В сборную команды Дагестана вошли 20 человек, в весе до 61 килограмма, одержал победу и стал чемпионом наш земляк Даниил Сидоров, который также является бронзовым призером Паралимпийских игр. В весе до 75 килограмм лучшим стал представитель спортивной школы Олимпийского резерва имени Умаханова города Хасавюрта Магомед Загир Исладибиров. Отметим, что Федерация пара-тэквондо Дагестана функционирует уже 13 лет. И за этот период спортсмены завоевали свыше 130 медалей на чемпионатах страны, а выступая за национальную сборную, привезли соревнования мира и Европы около 40 наград.